Друзья, всем привет! Хочу вам показать кое-что интересное, на мой взгляд. Смотрите, литые детали, имеется в виду боковина, надрессованный брус автосцепка. На них наносится год изготовления, завод, изготовитель и номер. Ну, к примеру, вот, да, кружочки. Пятерочка, может быть, квадратики, а может быть, вообще без ничего. То есть просто цифра ставить, то есть завод 5, это Урал. Вагонзавод, год 88, вот видите, и номер, то есть это наносится на литых деталей. Так же самое и на надрессованном брусе тоже должны какие-то быть разметки. Вот, допустим, автосцепки SA3, советская автосцепка, третий вариант, их три варианта было, это третий вариант. Вот, также вот номер идет, да. Год, вот их завод, по-моему, 14 набито. Ну, тут уже плохо видно. Исправляли, наверное. Тут вот 12-й завод. 81-й год и номер. То есть эти все заводы расшифровываются, где они находятся. Так вот, хочу показать автосцепку, которая сделана. Знаете где? А не отгадайте. А я вам сейчас покажу. Подойду. Такие автосцепки встречаются редко, но встречаются. Смотрите. Опа! Индия. Мукана Индия. Это автосцепка изготовлялась в Индии, друзья. То есть не только у нас изготовлялись, можно сказать, в Советском Союзе бывшем, но и в Индии. Вот так вот, друзья. То есть автосцепки не только изготовляются, но и эксплуатируются в различных странах. А эта автосцепка даже в Индии изготовилась, можно сказать. Вот так вот, друзья. Индийская автосцепка Made in India. Вот так вот бывает и такие автосцепки индийского происхождения. На этом все, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайк. До свидания.